Ну, те, кто бывали здесь последний, в течение примерно последнего года, до этого у нас концерты были менее регулярные, слышали в основном что-то все другое, более экспериментальное. Сейчас более традиционное для нас, то, что для вас будет более экспериментально. Вы не запутались еще. Вот. Сейчас все будет больше похоже на то, как это изначально задумывалось, как это записывалось, как это будет записываться. Вот. Похоже на шум воды, на падение скал, на гром прибоя, на вертолет Ми-26. У него, у которого троит двигатель. Ну, ладно, мы начинаем. Первая песенка полностью называется «Сюжеты вырванных страниц». Спасибо, спасибо. А теперь, вот я буквально вчера или позавчера только сообразил, сыграем пьесу, которая называется «Кафьорд», а ей, оказывается, уже 20 лет. Она как раз где-то так сформировалась. Я помню, когда я пролетал уже обратно на самолете над этим «Кафьордом», она уже была, я думал, будет называться «Кафьорд».
Thank you.
Ставьёк по норвежским впечатлениям 96 года. Вот у меня как раз между первой и второй песней отказал задний датчик. Почти. Сегодня будем в такой ограниченной, все в упрощенной манере слушать. Ну, какая разница? Вот знаете, обычно там вот мы все такие, там у меня такая примочка, там вот такая вот красненькая, это желтенькая, в зале все равно все. Или там, например, у меня железо новое, да? Ну, да. Ну, в общем, а сейчас мы сыграем Лайдоостров. Тоже недалеко оттуда. Лайдоостров, Лайдоостров. Я помню, как раз когда у меня придумалась эта пьеса, пара моих нетрезвых матросов съели всю колбасу на 2 недели вперед. Потом на следующий день вспоминали об этом с сожалением. Вот. Но у вас это должно ассоциироваться с чем-то другим. Сейчас попробуем сыграть, а вы проассоциируете. Потом конкурс рисунков. Thank you.
для произведения, вот я пишу симфонию, для нее очень важен английский рожок. И поэтому даже вот сбор средств обозначен подписной лист, который уже ходит среди вас на английский рожок. Вот у меня, знаете, как это из фильма «Безымянная звезда» вообще. А мне, ну, для следующей пьесы, ну, очень желательно задний датчик, я сейчас попробую. Но вообще будет экзотичнее, он где-то наполовину сдох. Экзотично будет, если он будет отключаться, вы это воспримите как некий такой эффект. Вы знаете, многие вещи делаются сами по себе, вовсе не так, как мы их задумывали. Например, вот я чехол гитары забыл после саундчека, он лежит открытый, как бы намекая, да? Выглядит как шляпа. Ну а сейчас нечто импровизационное под названием «Дикий пляж». Дикий. Thank you.
Ну, а теперь очень страшное произведение. Знаете, ведь любая музыка чем-то навеяна. И вообще все у нас вызывает какие-то эмоции. Эмоции вызывают музыку. Музыка вызывает опять эмоции. Мы попадаем в положительную обратную связь. Сходим с ума, садимся в троллейбус и уезжаем. Уезжаем далеко за город. А вообще, если вот так вот вспомнить... Вот иногда смотришь, слушаешь музыку какую-нибудь, кажется, о, прибой, о, океан, хорошо. А на самом деле жуткое похмелье в четвертом часу дня с трудом, как с гирями, поднимается один глаз и тут же захлопывается. Через полчаса попытка еще их приподнять. И главное не делать никаких движений, потому что ведь надо бы убежать, а бежать нельзя. Вообще говоря, вот в таком состоянии, как-то в молодости, была вот эта вот пьеса, прямо вот она уже прям была в голове сразу. Вот к моменту, когда уже смог встать и попить, она уже почти оформилась, сейчас мы ее сыграем. Ну вы себе представьте, океан, бурные, теплые волны северных морей, пальмы около пингвинов и все такое. Thank you.
Ну а теперь пьеска для заднего датчика. Уже не работает, да? Написанная в трезвом уме и в здоровой памяти. Вы это сейчас сразу услышите. Чего только не приходилось, но на переднем телековском датчике играть весь инструментальный концерт никогда. Ну ничего, считайте, что я вам этого не говорил. We'll be right back.
Сильные умные машины. Кстати, надо было заранее об этом сказать, но с другой стороны вы можете промотать все и пересмотреть видеоряд. Вместо дергающихся цветных человечков на сцене я себе представлял такие, знаете, беллазы, даже не КамАЗы, беллазы большущие такие, 96-е там, и всякие вот такие штучки, огромные утюги, которые очень облегчают нашу жизнь и нам помогают, в общем, в нашем творчестве. Ну, сейчас мы сыграем вот немножко такой вот, как-то говорят такое слово, дискредитированное, по-моему, мелодический рок. Мы немножко сейчас соплей сыграем с бэндами всякими, гитарными, что ли. Романс, да. Романс, знаете, так было не всегда. Thank you.
год мы заканчивали концерты этим, вот, этой пьеской, а сейчас мы закончили первое отделение. Или можно считать, что мы закончили концерт, а остальное сыграем на бис после небольшого перерыва. Ну вот мы снова с вами. Продолжим. Thank you.
пьеса, которая называлась «Камни». Мы как-то не подумали соль мажора, соль минор переходить без пояснительного слова. Как-то нельзя. Ну вот оно, пояснительное слово состоялось. Теперь поехали дальше. Thank you.
команду, чтобы я вышел, что-нибудь объявил. Следующая была пьеса «Итаган», сейчас «Свобода». Thank you.
Ну и сейчас пару пьес из не издававшихся, но которые явно войдут куда-нибудь в следующее, я думаю, в ближайший альбом, который тоже скоро запишем. «Тысяча шагов вверх». Thank you.
река нашего концерта текла и дотекла до своего, так сказать, логического завершения, то есть до дельты. Дельта.
Я, Сергей Седых. Приходите еще, оставайтесь на нашей волне. В общем, все такое. Всего доброго, спасибо.